Андрей Валерьевич, поздравляем с подписанием. Расскажите, пожалуйста, как возник вариант с Гомелем? Спасибо за поздравление. Да, вариант возник, все просто. Василий Андреевич вышел на меня с предложением. Я, если честно, долго не думал. Скажем так, я согласился сразу. А вы чемпион в составе Гомеля, обладатель кубка. С какими ощущениями вы возвращаетесь в родной клуб? Ощущения самые приятные. На самом деле, это, наверное, будут громкие слова, но тем не менее, я считаю, что я вернулся домой. Это ваш первый опыт высшей лиги. Готовы ли к ответственности и какие планы? Если бы я не был готов, я бы не согласился. Вот. А планы на подготовку? У нас есть время еще до игры. Игра с Батэ перенесена. Самое главное, четко и быстро донести ребятам свои требования. Я думаю, что в этом проблем не будет. Вот. И уже непосредственно будем готовиться к игре с Нафтаном. Опять же, банальные вещи. Поддерживать команду. Я прекрасно понимаю, что в первую очередь, как команда должна показывать результат для того, чтобы вернуть болельщиков на трибуны, на стадион. Этот результат должен идти бок о бок с качеством игры. То есть результата можно добиваться разными способами. Но мне бы хотелось, чтобы это все было в совокупности с качественным футболом.